как подошли к тренировочному процессу, потому что лично в моем случае, как бы, могу сказать, что я вообще даже не отдыхал. То есть у меня и зимой тренировки были, и весной, и летом, то есть на отдых практически времени вообще не было. Вот. Ну и осень, соответственно, уже. Считаю, зимой мы как бы проводили сборы в Таиланде 3 недели, да, плюс турнир провели, и сразу после этого удалась возможность поехать на сборы к Сергею Харитону, известному бойцу, вот, и там еще с ним пробыть 2 недели, вот, и тоже летом, ну, где-то еще пару дней был отдых после Эльфуса, когда приехал со сбором, вот, и потом снова принялся с тренировкой. Готовился уже на сентябрь, потому что у меня был серьезный боец. Из Польши с Михаилом Терезьевым дрался, да. Бой тоже достаточно был сложным. Вот. Ну и сразу после турнира я сколько там, ну, отдыхал неделю, это, может, да, почти ничего. И сразу принялся тоже за тренировочный процесс, готовился на республику по боксу, потому что это для меня был дебют. Было желание хорошо выступить и победить, соответственно, но из-за не сложившихся обстоятельств вот, занял 2-е место, да. И уже сразу после этого принялся готовиться вот к последнему декабрьскому турниру. Как видите, результат показал. Все самое лучшее. Ну, скажу, что я выполнил все, что нужно было сделать для чистой победы. Поэтому, так скажем, это, конечно, плюс для меня, потому что я еще в копилку положил еще одну победу, то есть и продолжаю беспроигрышную серию. Вот, и, ну и, конечно, соответственно, год хорошо закончил, то есть тоже без проигрышей. Вот, ну и, конечно, соперник мне достался тоже нелегкий. Как бы, опытный боец, 3 раза больше боев, чем у меня. Как бы, и, конечно, это очень хороший успех для меня. Смена тренера, как бы вот, как начал заниматься Андрей Гросу. Ну, как видите, результат дает свои плоды. Надеемся, что мы не будем останавливаться и двигаться дальше, и драться с тяжелыми бойцами. Но для этого нужно еще готовиться. Нужно готовиться, тренироваться, показывать результаты, потому что сразу на таких бойцов выходить нельзя, потому что я сам как бы чувствую, что я еще не поднялся до такого уровня. Но потихоньку, постепенно будем подниматься, выходить. Показывай что-то интересное. Конечно, хотелось бы сказать большое спасибо своей команде, потому что особенно ребятам, которые занимаются у нас в спортивной группе, то есть они проводили с нами спарринги, да, то есть помогали нам в подготовке, ну, создавали очень хорошую атмосферу. Вот, ну, болельщикам то же самое. Большое спасибо, потому что чувствовалась действительно поддержка публики, страны, чтобы нас поддерживать действительно, и мы, конечно, этим гордимся, что у нас есть в стране такие люди, которые нас поддерживают. Ну и, соответственно, мы стараемся их не подводить и показывать хороший результат. Вот. Ну, что еще сказать? Чтобы поддерживать нас дальше, ну а мы, конечно, соответственно, будем тренироваться и побеждать.